Добрый день, говорим мы в разгар агрессивно-стрессового буднего дня, обычного буднего дня в большом городе. Да, здравствуйте всем, мы Трева Хрусталев, это ваша любимая передача «Хам трамвайный». И в очередной раз мы выйдем наружу, чтобы спросить его об очень важном и наболевшем. Чтобы там ни говорили о нашей проблемной, неразвитой углеводородной экономике, у нас, у россиян, есть своя надежда, есть свой национальный ресурс. Это выходцы из Средней Азии, таджики, узбеки, киргизы. Пока мы работаем головой и попами, просиживая офисные стулья, они работают руками. Они строят, они чистят, они убирают. Вот было даже предложение использовать их в бригадах ДНД. Короче говоря, таджиков у нас много хороших и разных. Но вот как только возникли разговоры о присоединении Крыма, о возможной войне, перед нами, россиянами, замаячил неприятный вопрос. А воевать-то кто будет? Ну, в наши остроумные головы, в голову господина Кремова, тут же пришел с необходимостью один единственный возможный ответ. Это да, что? Да, совершенно верно. Сейчас начинается очередной весенний призыв, и опять мы его недополучим, как известно. К тому же сейчас нам требуется больше солдат. И логично, абсолютно естественно, что в армию нам придется набирать выходцев из Средней Азии. То есть таких армий-гастарбайтеров. А как к этому относятся наши сограждане? Готовы ли они уступить свое место у автомата Калашникова, у ракеты, у танка, у вертолета боевого, у ракетного крейсера выходцам из Средней Азии? Мы сейчас и будем спрашивать. Короче, у нас есть конкретное предложение. Покажите его. Да, конкретное предложение, чтобы, да, армия по контракту, раз уж они все здесь, они молодые, красивые, не пьющие. И готовы служить. Готовы служить. Да. Вот мы даже набросали эскизы новой российской военной формы. Вот, обратите внимание. Вот раз. Скажи. Вот это... Это потом полковник, да, полковник-пограничник, насколько я понимаю, по зеленому костюму. Так он будет выглядеть. Это генерал, судя по... А это ВДВ, ВДВ. Смотрите, голубые халаты, как мы их называем. И будем спрашивать мнение наших россиян, сограждан, в основном призывного возраста, готовы ли они оставить свои места в армии, чтобы предоставить их этим вот прекрасным людям. Короче, пошли в народ. Есть предложение составить контрактную армию из выходцев из Средней Азии, российскую. Как вы к этому относитесь? Положительно. Почему нет? Раз они здесь работают. Раз они здесь приехали, они сюда приехали, они здесь живут. Абсолютно. И они являются частью нашей страны, почему нет? А, то есть вы хотите сказать, что все солдаты наши русские, ну, россияне не служат? А как же разговор про патриотизм и именно русскую армию? Нет, так они за Россию будут, а не за нас служить. Главное, чтобы они любили свою страну. Они готовы. Если они сами готовы, то почему? Ну, если они готовы здесь работать, если они часть нашего ВВП, так сказать, пересылают туда себе на родину, почему бы им не послужить за нас? Согласна. То есть тут возникла такая история, еще как бы, ну, эскизы вот новой военной формы, вот такие вот, смотрите. Нет, это генеральская форма, парадная, смотрите. Рядовые там, да. Нет, это генерал. Нет, ну, понимаете, с учетом их национальных особенностей, с учетом их традиций, национальной одежды... Я согласна. Пограничник. Нет, я считаю, что если в русской армии, то и русская форма должна быть, ну, красивая. Это в своих регионах, это не везде пограничник. Будет. Пограничник. Это будет... Это в восточных регионах. Нет, это не шутка. Нет, нормально, на границах с Украиной будут стоять наши пограничники, вот, скажем, в Белгородской области на въезде, вот, контролировать, то есть, поезда вот из Украины. А, там, если Крым, там, станет российским, по-моему, такие вот... военная вот... форма должна быть везде одна. Ну, одна будет, она будет такая, а потом, одна, постепенно. А потом... Ну, простите, у вас нет детей? Нет. Ну, вы хотите, чтобы ваши дети служили в российской армии? Ну, конечно, нет. Вы даже можете не отвечать. Вот. А они готовы, вот. Вы готовы, чтобы вместо ваших детей служили они? Это дурацкая форма. Пишите, а вы-то за или против? Я против вот этого. То есть, в принципе, вы против костюма, я понимаю, то есть, такой чисто женский протест. Да. Эстетический протест. Против формы, да. Но как бы за сам факт. Я за патриотизм и за российских людей. Российская. И вот возникло предложение. А пускай служат они за нас. Как вы к этому относитесь? Плохо. Почему? Не, они все равно не так будут защищать. Они могут нам строить дома, они могут нам убирать. А как почему они строят, вы знаете? А как? А как? Вот так и строят. Вот смотрите, а почему все. Вы не строите дома? Пускай платят. Почему вы не убираете? Правильно, они бесплатно готовы работать. До 95-го и года их они... не было, и убирали все наши. Прекрасно. Русские, хорошо. А как снизили цены, ничего не убирают. Понятно. Я против. Виктор против. Как вы относитесь к этому? Ну, положительно отношусь. Так, так сказать, вот... Смотрите, давайте покажем, да? То есть вы считаете, что вот это, ну, как бы, это нормально, да? Ну... Как военная форма имеется в виду? Ну, вообще не совсем. Почему? Ну, так оружия нет, ничего. Нет, оружие будет, это естественно. Парадная форма, вот парадная. Нет, будет оружие, разумеется. Это просто пока это эскиз, это наброски самой формы. Ну да, а бронежилет?
Хотя вот не додумали. Не додумали. Роман, спасибо, жилет, да. Должен вот, то есть если сверху вот сюда бронеж... Вот как каска у ОМОНа. Да. То есть если сверху сюда... А бронетюбетейка вот такая. Нет, смотрите, секундочку. Если сюда сверху бронежилет, да, вот сюда под тюбетейку каску, то может быть как бы, да? Ну нет, тоже некрасиво же будет. А если под халат? Ну, может. Это проблема, реальная проблема. Господа из Министерства обороны, прислушайтесь словам Романа. Он говорит очень дельные вещи. Вы это как бы совершенно прощелкали, вы профукали эту историю. Это проблема. Но, в принципе, вам нравится эта история, да? Это нужно просто подписать, у нас в программе подписывают. Да, то есть, что вы согласны? Не то, что согласен. Давайте улучшить форму. Напишите, и Роман подпись. Форму надо улучшить, просто улучшить. Ну, по крайней мере, очень смешно, чтобы выходцы из Азии воевали за интересы России. То, что они за наши интересы строят наши дома, это что? Это тоже же наши дома. Почему внутри страны они могут быть использованы, а на границах нет? Генеральская. Вот. Это, он конкретно. Смотрите, генеральская, по-моему, удачно, нет? Вот, так сказать, без что-то с чем-то, да, есть. Еще что-то есть. Что-то, да, что-то есть. Так, недоработано, да? Тогда надо подписать, да, что недоработка просто, есть. Да. Просто что недоработано, да, вы там. Да, ну, там вижу, тоже заработано. Улучшить. Недоработано. Да, улучшить есть, да. Требует улучшения, да. Требует улучшения. Угу. Что это за форма-то такая? Нет, это просто как вариант пока, в принципе. Вообще не вариант. Не вариант. Почему? Вообще не вариант. Хорошо. Ну, отлично, это смешно отлично. Просто. Нет, это смешно. Ну, вы чего, ребята, прекращайте. Почему это? Не везде будет. Ну, а что им служить в нашей форме? У них есть свои традиции. Им вообще как бы у нас служить это как бы... не хочу вовсе. Нет, подождите, ребята, нам нужно писать отказ. У нас программа снимается в Министерство обороны. Держите, пожалуйста. Да, я против. Я против. Надо писать письменно. Письменно, да, письменно. Подписываю, против, вообще не вариант. Я против. Как вы относитесь к такому? К такой реформе? Нормально отношусь. Это нужна ваша подпись, потому что вы за. А что? То есть вам, ну, вы считаете... Ну, я-то не... Я гражданин России. Да нет, я служил уже здесь, понятно. Во-первых. Вот смотрите, вот это полковник, это полковник. Я понял. Если вот это голубые халаты, вот смотрите, да. Если они здесь приезжают, работают, почему бы и не служить? Ну, то есть, что логично, что если работают, да, то есть они могут служить по контракту. То есть защищать наши рубежи, да, там, от внешней агрессии. А если уж, будут служить, так пускай они это делают в подобающей, так сказать, национальной одежде. Традиционной своей, конечно. Да. Ну, можно и не в национальной, а так нашей. Понятно. Вы согласны? Я согласен. Мы не просто... Знаете, наша передача не про слова. Эту передачу будет смотреть на верхах, а поэтому нужна ваша роспись, что вы одобряете. То есть пишу, одобряю камеру, если можно, сюда. Одобряю. Писать одобряю? Да, одобряю подпись, да. Как вас зовут, простите? Тимур. Тимур одобряет. Вы знаете, господин Кремов, я в очередной раз напуган нашими результатами выхода в народ. Меня испугало то, что в ответ на наше предложение, в общем-то, почти что никто не сказал своего радикального «нет». То есть в какой-то момент, уже после того, как мы показывали им форму, у людей что-то там в сознании прояснялось, они вспоминали про патриотизм, про национальные традиции. Ну а так вообще, что в принципе, так вообще с доработками... Это может быть, считает наш народ. Мне-то как раз-таки это и нравится, что наш народ перестал быть категоричным, радикальным. Он готов к дискуссии, готов к обсуждению, готов спорить, готов дорабатывать. Готов чувствовать вообще открытые дискуссии. Это хорошо. Это прекрасно. Народ приучили к дискуссии на разных каналах. Существуют прекрасные каналы, которые нет определенного мнения. Давайте спорить. Давайте спорить, обсуждать. Это интересно. Генеральская форма российской армии, пожалуйста. Прекрасно. Мы снова через некоторое время придем к вам. Будьте готовы. Это были Кремов и Хрусталев. Пока. Всего доброго. Счастливо.